Приветствую вас на канале Hired Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Samsung Galaxy Tab A 2019 года перейти в режим Recovery. Для этого в первую очередь выключаем наше устройство. И затем после его полного отключения зажимаем комбинацию клавиш. Кнопка включения и кнопка громкости вверх одновременно на несколько секунд. После того, как экран загорается, можем отпустить кнопку включения и продолжаем держать только кнопку громкости вверх. И держим так ее, пока не попадем в меню Recovery. И примерно таким образом попадаем в меню Recovery. Здесь в меню Recovery можем использовать кнопки громкости, чтобы перемещаться, и кнопку включения, чтобы сделать выбор. И здесь у нас имеются такие опции, как Reboot System Now, Reboot to Bootloader, Apply Update from ADB, Apply Update from SD Card, Wipe Data Factory Reset, Wipe Cache Partition, Mount System, View Recovery Logs, Run Graphics Test, Run Local Test и Power Off. Если же вы хотите выйти из данного режима, можем выбрать последнюю опцию Power Off или же первую опцию Reboot System Now. Последняя выключает наш планшет, первая его перезапускает. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.